В островной столице завершают благоустройство нового общественного пространства северо-западнее пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева. Там уже установили малые архитектурные формы, скамейки и качели. На финальном этапе работы по укладке тротуарной плитки ход строительства проинспектировал мэр Сергей Нацадин. Особое внимание градоначальник уделил устройству примыкания к территории будущего сквера. Объект должен гармонично вписываться в пространство существующей жилой застройки. Новый облик сквер получит за счет высадки большого количества деревьев и кустарников, в том числе яблони, черемухи, клена, спиреи и других видов. Могу сказать, что требования высокие. И принимая во внимание, что сейчас такой жаркий период на Сахалине, допускаем, что высадка деревьев должна производиться, даже не допускаем, а рекомендуем, высадка деревьев должна производиться в нежаркое время. Ну, то есть это, возможно, будет начало сентября, посмотрим по состоянию. Это первое. Ну и, соответственно, в зависимости от этого будет назначена дата открытия этого сквера. Очень хорошо, замечательно. Ждем, не дождемся, когда откроют. Было бы хорошо, конечно, побольше зелени и где с деткам погулять, не только во дворе, чтобы с собачками, просто вечером выйти посидеть. В 2022 году за благоустройство этой территории в рамках проекта формирования комфортной городской среды проголосовало больше всех инициативных жителей.